нормально, она теперь нормализовалась. От этого я страдала повышенным давлением. Я похудела на 15 килограмм. Я считаю, что важный результат я получила то, что я сейчас могу стоять перед вами и общаться с вами, потому что до караоке-клуба я очень сильно, у меня были проблемы с речью, сильно заикалась. Поэтому если где-то что-то у меня там промелькнет, то как бы вы, ну, не обращайте внимания. Вот мои дети получили результаты по здоровью. У меня два сына, одному 7, другому 5 лет, которому 7 лет мы убрали паразитов у него из организма, выгнали, которому 5 лет, до 4 лет у меня вообще не разговаривал. И вот мы с ним пошли по всем программам. Сейчас у него хорошая речь, как бы не считается, ну, что он ушел из группы. Дети, ну, с логопедическими этими отклонениями, то есть мы сейчас хорошо разговариваем, но ходим к логопеду, ну, как бы так, немножечко там какие-то звуки ставим на место. Вот. И когда я получила свои результаты, я пошла, ну, стала посещать разные мероприятия компании, ходить на бизнес-школы. Ну, я поняла, что я могу здесь не только быть потребителем, но и получать какие-то, иметь финансовые возможности получать. Ну, то есть, хотя бы, ну, какую-то часть денег, чтобы я могла покупать тот продукт, который я постоянно, ну, потребляю. Вот. И об этих возможностях я хочу вам сейчас рассказать. Значит, первое, это, то есть, мы можем покупать свой продукт. Когда мы становимся, регистрируемся, получаем свой номер компании, мы автоматически получаем скидку 20% на весь продукт, который есть в компании. Мы начинаем потреблять продукт, получаем результаты, делимся результатами, ну, с окружением своими, с близкими, родными. Вот, они также начинают что-то, ну, пить, потреблять, и мы за это, за то, что мы рекомендовали, мы получаем 5% бонуса рекомендаций. Вот. И когда мы становимся VIP-клиентами, то есть мы, у нас примерно 500, ну, не примерно 500 баллов у нас, мы набрали 500 баллов, мы становимся клиентами, и компания за каждые, ну, последующие покупки за предыдущий месяц платит 10% покупки. Ну, то есть, в любом случае, мы всегда, эти проценты приходят в виде бонусов на нас, на наш личный счет, и мы можем приобретать продукты и, ну, окупать, ну, таким образом часть вот нашей продукции. Так, следующая возможность, которую дает наша компания, это если мы, ну, решили стать дистрибьютором компании, получать не только бонусы, но и получать дополнительный доход. То есть мы, получается, совершаем все те же самые действия, как потребитель, но только мы еще учимся, ну, то есть мы обучаемся строить свою команду, ну, команду потребителей. Вот. И компания от товарооборота вашей команды платит процент согласно маркетинг-плана. Ну и в целом доход дистрибьютора составляет от 6 до 60 тысяч в месяц. Вот. Ну и следующая возможность, которую предоставляет компания, это если мы хотим стать крупным партнером компании, мастером компании, лидером компании, то тогда компания за то, что ты, ну, ты совершаешь те же самые действия как потребитель, как дистрибьютор, но ты еще учишь свою команду также, ну, получать дополнительный доход. И за это компания уже согласно маркетинг-плану вам платит. Ну, согласно маркетинг-плану, вы зарабатываете деньги, и примерно сумма у лидеров компании составляет от 70 тысяч и выше. Ну, еще помимо того, что вы получаете хорошую заработную плату, вы
Да, вы еще, вам компания, за то, что вы становитесь мастером и лидером, начинает выплачивать хорошие бонусы. Вот получается, первый – это автобонус. То есть все мастера компании получают... выполнившие программу 20 тысяч баллов, то есть у них есть, то есть или выбирают автобонус, или выбирают бонус недвижимости. То есть если денежном эквиваленте, можно тут кусочку вывести? То есть если денежном эквиваленте, этот бонус составляет под 1 871 000. То это, соответственно, считается. Там рассчитывается на 3 года, и вы каждый месяц получаете бонусы в виде, считается сумма, делится на 36 месяцев. 20% сразу получается, да? И остаток делится на 36 месяцев. И вы каждый месяц получаете эту сумму, и платите там. Это бонус получается как ипотека оформляется, да? Как хочешь. Можно накопительно на счет скапливаться, можно взять машину там. Процентов от этой суммы компания выплачивает сразу на карту, переводом, там это уже когда вы дойдете до этого уровня, вы будете сами регулировать эти отношения. 20% выплачивается сразу по завершению 20 тысяч баллов. Остальная сумма бьется за 3 года и выплачивается ежемесячно. Как вы будете использовать эту схему, зависит вот лично от каждого. Кто-то берет ипотеку и вот этот первоначальный 20% вкидывает в первоначальный взнос, остальные деньги выплачивает банку. Но человек сам принимает решение, он идет в банк сам, оформляет ипотеку, он идет в автосалон сам, оформляет кредит, либо он просто купит это все на счету и по завершению каких-то накоплений он идет это все дело покупает. Сам, на самом деле, вот эта схема, это очень лояльно, и это присуще коралловому клубу, потому что в других схемах идет не самостоятельный выбор. Там идет конкретно, заключаются договора, то есть у них какие-то там свои финансовые схемы. Если покупается машина, то машина должна стоить не менее 30 000. Да, если вы покупаете, короче говоря, должны потратить 1 871 100. Больше можно, меньше нельзя. Да. Меньше нельзя. Давайте посмотрим остальные схемы. Ой, как хорошо. Здесь получается еще плюс доход. Это плюс доход. Это просто премия. Дополнительно к доходу. То есть вот на том уровне, если мастер, это в среднем 150 000 у вас в месяц, плюс у вас еще вот 40. Плюс ваш ежемесячный чек и плюс бонус. Но мы рассчитывали молодежи, если купить квартиру, какую-нибудь небольшую, за 7 лет можно выплатить, с учетом добавления с чека. За 7 лет можно. Ну это разовая выплата. Как понять, разовая? Ну, в смысле, 1 800 000 тебе выплачивают, это разовая выплата. Но ты становишься дальше следственным мастером. Это еще раз выплатят, это понятно. Да, но если ты выполнил в течение 3 лет, то значит эту первую приостанавливают, пересчитывают тебе на новую. Ну, можете. Получите эти деньги, ребята. Если вот, допустим, мастер, ты стал и, допустим, сразу стал серебряным мастером. Ну вот месяц через месяц. Это не значит, что вы получите премию только серебряного мастера. Вы получите и первую. Нет. И пересчетом будет на первую. Нет. Ты вот от того месяца, как ты стал, повысил квалификацию, на этом месяце останавливается. И вот тебе со следующего бонуса опять 20%, но только от следующей суммы. Пошли 30 лет. Не сумею. Здравствуйте.
бонуса недвижимости имеется такое, как поощрение, это мастерские каникулы. Мастерские каникулы. Давайте потише, у нас со звуком, через компьютер будет звук, давайте тихонечко, а то у нас попьюники. Да, наши мастера ездили в Японию в апреле месяце этого года. А ты, расскажи пока, что это такое, что это за мастерские каникулы? Мастерские каникулы — это когда ты полностью тебе оплачивают весь твой тур, это организовывается путешествие в какую-нибудь хорошую страну, там все включено в эти мастерские каникулы, начиная такси, то есть ты сам себя в такси, тебя привезли, получается, все полностью будет оплачено, и проживание, и питание, и все, только вот отдыхайте, все, как говорится, 5 дней. Можно посмотреть ролики. Давайте посмотрим 20-го Арабский Эмират. Это в 21-м? Да, в Португалии будет в 21-м году, и вы все можете туда давать. То есть есть к чему стремиться. Уже все можем, да? Да. А вы помните? У нас нет, да? Звука нет. Звука нет? Да. Ну, у нас, видите, как получилось, что... Может, мы с компьютера посмотрим, Паш? У нас не так уж и много. Посмотрите, ну, я как бы... Ну, а звук на компьютере нельзя сделать? Нету звука на компьютере, удивительно. Но... потому что... Ладно, давайте тогда не будем смотреть. Ну, да, посмотрим, кому интересно. Да, ну и как бы уже представить. Продолжить я хочу тем, что я вот на данном месте, конечно, на втором уровне нахожусь, я являюсь дистрибьютором компании. Я надеюсь, что я перейду на третий уровень, я буду очень сильно стараться, потому что я хочу, чтобы исполнили все мои мечты и все мои желания. Вот. Поэтому я. Поэтому тоже присоединяйтесь к нашей компании, кто еще не присоединился. Вот там еще мы все вместе, вот там. Да, вон там. Но мы там были. Мы увидим вас. Это вот где? Возле офиса. В 17-м году. Это июль 17-го года. Да. Все, девочки, я рассказала.